буду уже в дипломных мастерских, нам выдали эти дипломные мастерские ключи. 1 октября я заехал. Я заказал сразу подрамник, потому что я уже знал, какой будет размер. Я рассчитал максимально возможный размер, который войдет в мастерскую, и чтобы фигуры не были очень маленькие. В итоге получился размер 5x2, даже он был очень большим для той мастерской. Весь первый этап вот этот очень большой, можно его заглавить как время, когда ты пытаешься свой холст, дипломную эту картину, да, уже саму по себе, приблизить к состоянию эскиза. Рисунок на холсте. Ты просто намечаешь это все в рисунке углем. Первый эскиз появился, когда я поехал после второго курса в Новгород. Когда ты в Новгороде находишься, заходишь в церковь, конечно, поражает то, что перед тобой стоит храм, которому почти 1000 лет. Живопись. Настоящая Феофана Грека. Он отличался такой свободой письма. Это было очень нехарактерно. Он рисовал и писал без разметки. Уникальный случай, что сохранился вот эта роспись. Прям. И после войны сразу новгородцы, когда вернулись, они сразу стали восстанавливать все эти храмы
Даже у них как бы еще не было особо где жить, но они сразу бросились туда все это восстанавливать. Они собрали все кусочки фрески разбитые, там получилось 7 миллионов или сколько-то кусочков. И они из всех этих кусочков собрали буквально только несколько вот таких фрагментов старых росписей. Это как бы уже считается удачей, все это на протяжении там 50 лет, 60 работа ведется до сих пор в музеях, там стоят такие огромные лотки с этими кусочками фресок, обломками. Уникально, что сохранился Пантократор здесь, потому что все куполы были разбиты бомбежками в Новгороде. А эта роспись осталась. Почему я вообще взял эту тему, потому что это очень интересно для меня лично было посмотреть разницу между той эпохой и нашей, что вот у нас сохранилось, что есть новое, что осталось там где-то за скобками. Ну, во мне есть что-то такое. Я этот бунт, я его часто вижу в людях, в истории. Бывает такое, что когда ты работу пишешь и начинаешь, вообще нет никакой идеи, либо идея есть, но ты абсолютно не можешь ничего даже близко передать из того, что у тебя в голове складывается по поводу этого всего замысла. Тут как раз наоборот было, как-то сделал такой небольшой эскизик карандашный. И потом пришел к Петру Алексеевичу в мастерскую, у меня не было там места, где работать. Взяли два холстика, я их сколотил сзади такой речкой на гвоздике. Вот я не знаю, с первого раза так все получилось. Сама основа, да, в которой потом все действия разворачивались, вот эта колокольня, эта деревянная башня, София, это решение, которое быстро так появилось, оно и сохранилось до самого конца. Мне очень понравилось, что Кремль стоит на горе, и вниз есть такой спуск к Волхову. Ну и вот я решил просто чуть-чуть усилить, как бы представить, что этот холм, он такой более раскрытый, чтобы показать эту панораму новгородскую. То ли после 4-го курса я начал, то ли на 5-м, написал еще другой вариант, такой более квадратный, более фрагментированный. После этого там сделал еще один вариант уже. Ну и в итоге все как обычно свелось к тому, что сколько эскизов не делать, ты всегда выбираешь первый эскиз, просто делаешь по нему. И все это, ну, наверное, было сделано для успокоения совести моей
и преподаватели, потому что вот сколько ты там не делай эскизов, если у тебя первый эскиз получился хороший, лучше него ты не сделаешь. Большими массами, большими колерами ты просто закладываешь все пространство, раскрываешь холст. На самом деле это довольно большой этап. Формат увеличился в 2,5 раза относительно эскиза. Относительно первого эскиза он увеличился в 5 раз. Я помню, что когда я делал этот эскиз, мне казалось, что это очень детально, очень материально сделанный эскиз, что там сложно дальше куда-то пойти в детализацию. То есть на тот момент мне казалось это очень сложным. Это все-таки говорит о том, что пока ты учишься, твои навыки растут, потому что ты постоянно работаешь. Все равно какой-то опыт появился за время постоянной работы над композицией. Хотелось уже как бы еще дальше пойти, еще детальнее, еще больше проработанности материала туда добавить. Это очень сложно, и это, наверное, заняло больше отрезок времени. Хотелось бы там еще годик или два поработать, но
время строго ограничено, защита назначена на определенное число, поэтому все в определенные рамки укладывается. Ну, работа довольно самостоятельно велась, поэтому на своих ошибках учишься. Вот хорошо, что мне было с кем советоваться, мне помогали, не один на один там был с этим холстом, потому что все равно первый опыт с картиной. Залезу, там оставлю, чтобы меня не вляпались. Я вот как бы резко выделял среди всех его товарищей за его просто какую-то фантастическую работоспособность, что там, где, скажем, какой-нибудь ученик успевал сделать один рисунок за месяц, там Ваня успевал сделать 5-6. Он мог вообще работать, я удивляюсь, там, круглосуточно, да. То есть тут как бы все счастливо сошлось. Целеустремленность и такая какая-то вот физическая какая-то его закалка. Сюда вот какой-то козячий свет начинает попадать. Он постепенно наполняет, да? Вытягивает какие-то системы, какие-то очень крупные и даже фрагментарные. Ну, да. А можно сделать еще и развернутый. Василий, в прошлый раз у него был бронежилет этот синий, помните? А, да. Я туда еще наклеил разговоры и бумаги. Спасибо. Так, чтобы разнообразие попросить, так и легко одежда крепкая. Помню вот его с таких лет. Он всегда очень к этому трепетно относился, быстро перерисовывал все постановки у меня в мастерской. Мне пришлось брать его за ручку, вести куда-то там еще, когда я еще в школе работал. Другую мастерскую, он там еще все постановки перерисовывал. Потом третью шел, четвертую. И поэтому к концу там, четверть или семестра у него накапливался огромный массив работ. И проблема была только в том, как это все выставить там, потому что не хватало просто площадей экспозиционных. Насколько я помню, он всегда отвлекался портретом, это был его конек. Был такой еще эпизод, когда у меня была работа, надо было восстанавливать по фотографиям
утраченные иконы, которые в свое время были написаны артелью Васнецова, поскольку он по уровню своего развития, он тогда вполне мог уже участвовать в этой работе. И мы вместе выполняли этот заказ. Тоже не очень характерный такой случай, да, когда ученик школы, он по своему мастерству уже вполне способен участвовать в таких работах. Причем не то, чтобы он выполнял какие-то второстепенные работы, а мы с ним работали буквально на равных. То есть то, что я писал, и абсолютно то же самое и он. И он делал это все весьма успешно. Единственная проблема была в том, что ему надо было совмещать эту работу с учебным процессом. Его же никто не освобождал, да, от его обязанности посещать уроки в школе, все остальное. Он отнесся к этой своей работе очень серьезно, ответственно, как обычно он к своей работе относится. Просто я так подозреваю, что он по своей скромности, он вряд ли вам это все рассказывал, да? Когда эскиз был увеличен, но прошло очень много времени. В принципе, все, что до сегодняшнего дня, это была, ну, так, грубо говоря, просто подготовительная работа. Какое-то серьезное такое осмысление вообще только, можно сказать, начинается. И вопрос в том, насколько хватит времени для того, чтобы сделать детали, сделанности добиться, все это как-то обобщить, обдумать. Когда ты уже добился состояния эскиза на холсте, начинаются какие-то, так скажем, творческие поиски, немножко ты начинаешь искать больше образы, переходишь, в общем, к детализации центральных образов. В общем, работа также идет по всему холсту абсолютно, но более въедливо, более
характерно, более так сфокусированно занимаешься образами в целом и каждым в отдельности. А это такой весь живой, как будто его прям рукой лепили. Когда я учился, нас подталкивали к тому, чтобы пытаться более масштабные замыслы осуществлять. Соответственно, рисунок, композиция, это все рассматривалось не как само для себя, но как такой подсобный материал для будущих каких-то крупных творческих замыслов. Да? Поэтому я в меру своих сил пытался и Ивана тоже настроить на такое отношение к работе. Там у меня такое еще чувство, которое все еще такое. Заражаешься его требовательностью, да, то есть его энергетикой, соответственно, ты будешь делать на максимум, то есть потому что он сам точно так же требует от себя. Сейчас помягче, подошел, там пройдусь. И поэтому, собственно, это, ну, трудно, у него трудно заниматься. Вот там князь, да, он такой весь в цветочек был, все в орнаментах, но это просто подкладка, да, такая под живопись нормальная. То есть это все механический труд, который нужен для того, чтобы это как-то потом ожило.
там делаешь объем, а дальше ты начинаешь уже это как бы связывать композиционно. Как композитор, да, уже начинаешь работать, что-то там в тени вводишь, что-то высвечиваешь. Это уже более такая сложная работа, художественная. А развивать можно бесконечно много вариантов. Вот я там «Князя» сейчас так сделал, да? Когда какие-то другие куски появляются, ты смотришь, думаешь, ага, может быть не так, может быть по-другому осветить. И опять начинаешь тут выкладывать все красочкой. Потом ждешь, когда высохнет, опять лессируешь, и все это очень долго. Присаживаться пониже, uh-huh. Будет неудобно, я буду снимать просто, фотографировать. Uh-huh. Ну, я тебя буду... Как то вот так? Править. Ага, сейчас, погоди, слушай. Да, это как бы стиль такой стилизованный, но все равно, да, там волосы... Вот мне хочется, чтобы там был локон какой-то, прядь, там ухо, чтобы это все было, ну, как бы материально, чтобы хотелось потрогать. А на это очень много времени надо. Это вопрос сделанности, да, насколько ты ощущаешь деталь, насколько ты можешь ее сделать и вписать в свою работу. Слушай, давай вот сюда. Вот так поставишь. Вот. Но? Да. Я уже чувствую, что мне не хватает времени. И потом его не хватит, это слишком короткий срок. Чтобы такого формата обдумать работу, нужно больше времени. Один год – это очень мало. По-хорошему требует года три хотя бы на напряженной работы. То есть, если вы помните, да, скажем, вот, ну, исторические полотна Василия Ивановича Сурикова, да, он же над каждой работал примерно от 3 до 5 лет, причем будучи уже опытным мастером. А для Ивана это все-таки первый опыт работы над картиной. Понимаете, да, что это, тем более он студент. Может, это и хорошо, что сроки сжатые, потому что когда тебе дается неограниченное время, ты ни к чему не привязан, ты начинаешь мудрствовать, это все обычно от лукавого. Начинаешь какие-то поиски, что-то так пробовать, и все это ни к чему хорошему обычно не приводит. Так что будем к июлю заканчивать. Ну, еще 1.5 месяца, чуть меньше. В принципе, если каждый день серьезно работать,
Это хорошее время. Можно много успеть за это сделать. Потом опять к этому возвращался, переделывал, опять там старался улучшать все это. Ну, как бы такое наслоение. Это чем-то похоже на вот эти новгородские мостовые. Они же, как они делали? Они выкладывали мостовые, и когда она сгнивала, они ее не убирали, они просто наверх накладывали следующий слой. Потом следующий. И благодаря этому в Новгороде и сохранились вот эти все берестяные грамоты, да, то есть это как культурный слой, за счет чего эту историю-то всю и раскрыли с Новгородом. Насколько там было население грамотное, чем они занимались, что в Новгороде как бы даже крестьяне умели писать, были грамотными. Это только уже на завершающем этапе они переехали в такую более крупную мастерскую.
Ну, тогда оставалось просто уже совсем мало времени до финиша. Третий этап — это уже завершение, ну, которое просто было обусловлено тем, что время заканчивалось. Это был самый интересный этап работы, обобщение, художественный отбор. Ты как бы стараешься из своей работы создать какой-то образ. На этом этапе я там сильно поменял ситуацию с небом, сделал такое плотное густое небо. Это было где-то дней за 10, наверное, до защиты. Причем там действительно сюжет развивался очень драматически, поскольку руководство мастерской его сначала не поддержало за то, что он, не посоветовавшись, так вот взял все, перемахнул. Ему стоило, видимо, больших нервов, чтобы выстоять перед этими претензиями и все-таки настоять на своем решении. Ну, я думаю, что в итоге все не пожалели, да, и они согласились, что да, пожалуй, так, конечно, лучше. Прежняя редакция «Холста», она была немножко спокойной такой, носила более пейзажный характер, да, а тут она зазвучала совершенно по-другому.
бунты, восстания, пожары. Бессмысленный, беспощадный русский бунт, да, как у Пушкина. Но как-то вот свободы и характера в этих людях, мне кажется, было больше. Ну, какие-то дебри такие, в которых ты сам копаешь в себе, что-то размышляешь, поэтому ты как бы об этом редко с кем разговариваешь. И сформулировать это словами сложно, это в работе сложно показать. Вся эта работа — это просто рассуждения, как такие, монолог. Вот и все. Собирался стать художником, то есть он поступил с перспективой стать дальнейшим архитектором. Просто я увидел, что человек очень способный, решил, так сказать, его немножко перенаправить там на живопись. Там, да. Слава Богу, он меня послушался там. Да. Он согласился, затянулся в это дело, а потом уже его, как говорится, уже за уши было не оттащить. Он понял, что это, да, действительно, это его. То есть мы уже видим теперь такой довольно крупный этап, да, завершение. Обучение в Академии художеств. Большую картину, которую он писал, он давно ее задумал. И вообще к ней шел очень много лет. Его эскизы были замечательные. К этой картине он написал ряд эскизов, которые можно назвать малой картиной. Они очень завершенные и совершенные были. Замечательная работа. Иван, поздравляю тебя от всей души. Добра тебе, счастья желаю. Уверен, что ты много напишешь прекрасных, замечательных картин. Поздравляю тебя с завершением учебы. Спасибо тебе большое, дорогой. Спасибо. Большое спасибо за теплые слова. Я бы хотел поблагодарить сегодня многих людей за поддержку. Всех моих друзей, коллег, мою семью, родителей, которые поддерживали меня на протяжении всей моей жизни, поддерживают. Всему педагогическому составу нашей мастерской, Николаю Никитичу Репину, Николаю Семеновичу Лысаку, Владимиру Симоновичу Песикову, моему руководителю, за его тонкое отношение и доверие к студентам и ко мне в частности. И в последнюю очередь, в порядковой характеристике, но не по значимости, я хочу поблагодарить своего бескорыстного учителя времен СХШ Садовского Петра Алексеевича. Отдельное ему спасибо и низкий поклон. Спасибо.
Я рад, что это нашло отклик в его творческой биографии. И тоже надеюсь, что это все будет в скором времени продолжено. Сейчас просто он очень сильно загружен в мастерской, вы знаете, да, там он там работает со студентами и практически это оставляет очень мало свободного времени, да, для творчества. 50/60 или 60/70 развернуть его по горизонтали. По горизонтали, наверное, лучше разворачивать. И сделать такой камерный, да, по высоте, вот взять 60 сантиметров, в нижний ряд попробовать сделать горизонт. Такую совсем небольшую, да, на сделанность, на законченность. Не размахиваться, да, там на полтора метра. Так собраться, время мало, просто, да, хорошо. Чтобы это потом в шкаф не легло. Где-то 60/50, так, где-то так, 60. По высоте, чтобы 60 было, 60 минимум. Да, 60. Хорошо. Добавить падающую тень, да? Чтобы вот ограничить эту плоскость. Я надеюсь, что он еще продолжит работу над картиной. Потому что я так понял, он не утратил интерес ни к этой теме, ни к самому холсту. Так что мы вправе рассчитывать на продолжение. Красиво. Небо очень красивое. Жалко, что все это видишь, когда уже закончилась вся работа. Красота.